Привет, девчонки и ребята! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу сделать крутое видео. Мне очень нравится такого рода видео. Повтори фото. Я выбрала три популярных блогера и их фотографии. Это будет Мария Вэй, Катя Клэп и Саша Спилберг. Мне очень будет интересно посмотреть, что у меня получится, и надеюсь, вам тоже. Так что поехали. Девчонки, совсем забыла вам сказать, что на канале ATH Russia, это канал о прическе и уходе за волосами, вышло новое видео со мной. Обязательно заглядывайте и оцените мое видео, жду ваши комментарии и лайки. Итак, чтобы сделать первую фотографию, мне нужна белая футболка или белый топ. Белого топа у меня точно нет, у меня есть футболка. Единственное, что она не чисто белого, хотя можно ее надеть наоборот, задом наперед, потому что здесь спина белая. Вот, сделаем из этой футболки белый топ. Я уже накрутила, кстати, волосы. И, конечно же, цветы. Судя по фотографии, эти цветы живые, но мы не будем заморачиваться, и я возьму искусственные розы. Единственное, что они не совсем совпадают с оттенком, но мне кажется, ничего страшного, мне кажется, все равно результат, я думаю, получится похожий. Давайте займемся прической. Волосы нужно собрать, а вот зону возле лица нужно как-то вот так вот как-то уложить челку. В общем, давайте сделаем хорошую прическу, очень-очень похожую. Маше идет пробор немножко на бок. Так вот, тут челка. Все остальные волосы собраны. Теперь пришло время цветов. У меня вот такие вот розочки красивые. И, наверное, вот эту розочку, которая поменьше, мне будет во рту. А вот эти вот розочки я сейчас постараюсь прикрепить к волосам. Надеюсь, у меня все получится. Розы довольно тяжелые, так что, надеюсь, они у меня не отвалятся. О, смотрите, какая красота. Маша, конечно, не так объемно, не такие огромные цветы, но ничего. Ну что, так, она фотографируется на белом фоне. Слава богу, у меня в квартире куча белого фона, так что сейчас найдем хорошее место и сделаем фоточку. Так, я уже переодела футболку. Давайте из футболки сейчас сделаем топик. Так подвернем. И вуаля! Белый топ готов. Так, розу в рот. И нужно еще запомнить, как Маша держала руки. Вот таким вот образом. Ну что, погнали? Следующая фотография, которую я хочу повторить, это будет фотография Кэти Клэп. Я сейчас немножко подправляю макияж, делаю немного темнее, добавляю больше темных теней, потому что именно на этой фотографии у Кати такой вот немножко смоки айс. И немного также вытягиваю форму своих глаз, потому что у Кати более кошачий такой взгляд. Чего я хочу добиться сейчас? Чтобы максимально было похоже. Также я уже поменяла одежду. Кате такая вот белая блузка кружевная. Я ничего кружевного у себя не нашла. Поэтому, мне кажется, это единственное, что подходящее, светлое. Так, что тут еще? Какие нюансы на этой фотографии? Так, волосы уложены вот так вперед. Фотографию Катя делает сидя, так что мы тоже сейчас сядем. Так, я уже уселась. На фотке видно немножко колено. Так, надо, наверное, по-другому немного поставить камеру.
В следующей фотографии мне понадобится кожаная черная куртка. Кожаную черную куртку я не нашла. Я решила взять вот такой вот темно-синий плащ. Он практически черный, с таким вот воротником, как на фотографии. Я уже немножко переделала макияж, то есть темные тени все убрала, оставила только яркие стрелки. И, как вы уже поняли, наверное, будем повторять фотографию за Сашей Спилберг. Мне нужно собрать волосы в пучок, сделать вот такую вот челку, чем мы сейчас и займемся. На самом деле это очень просто. Сейчас сделаем так вот челочку. Пучок видно совсем немножко. Так. И волосики вот такие. Немножко вытаскиваем. Обязательно красные губы. Сейчас мы быстренько сделаем губы красные. Надеваем куртку. Так, смотрим. Привет, вот так вот внутрь. А эту сторону она держит вот так рукой. Вот так. И смотрит вниз. Попробуем сделать фоточку. Нелегкое дело, я могу вам сказать, повторить фотографию. Но что-то можно было потолще сделать, кстати, стрелки, что у Саши там такие вот такой довольно-таки активные яркие стрелки. Ну что, вот такой вот результат у меня получился. Мне кажется, для первого раза ничего так, нормально. Если вам понравилось, то обязательно оставляйте в комментариях, хотите ли вы видеть еще подобные ролики, какие фотографии мне повторить. А на самом деле очень много фотографий красивых и прикольных, но у меня нет ничего похожего, чтобы повторить, чтобы одеть похожую одежду или какие-то похожие аксессуары. Вот, поэтому выбрала такие вот фотографии, которые было легко повторить, и мне кажется, неплохо получилось. Напишите ваше мнение. Я надеюсь, вам было интересно. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте вот такие вот большие пальцы вверх. Это будет показывать мне, что вам действительно нравится то, что я делаю. Всем огромное спасибо за внимание, и увидимся очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока!